Всем привет, с вами Информ ТВ. 28 августа Александру Андреевичу Бялко могло бы исполниться 72 года, но на днях стало известно о его скоропостижной смерти. Причиной трагедии стала остановка сердца. Сегодня родные и близкие прощаются с ним на Хованском кладбище. Траурная церемония проходит в закрытом режиме. Журналистов и поклонников туда не пустили. Близкие даже не стали озвучивать время ее начала. Напомним, еще вчера появились слухи о том, что хоронить традиционно Бялко не будут. Никаких траурных мероприятий тоже якобы не было запланировано. Только лишь похороны, и там должны быть только его дети. Это сообщение вызвало много недовольства среди поклонников известного игрока «Что, где, когда». Напомним, Бялко был известен не только как игрок, но и как физик-ядерщик, журналист и литератор. В последние годы жизни он пережил несколько тяжелых утрат, включая смерть молодой жены, что сильно отразилось на его состоянии. Причиной смерти Бялко была остановка сердца, которая произошла 24 августа. Поговаривали, что последние годы жизни для него были очень сложными, как в эмоциональном, так и в финансовом плане. Он продолжал общаться только с сыном, дочь никаких контактов с ним не поддерживала, именно так пишут СМИ. Она не смогла смириться с тем, что отец развелся с матерью. Память об Александре навсегда останется в сердцах тех, кто знал его как выдающегося интеллектуала, эрудита и доброго, скромного человека. А вы помните его игры в «Что, где, когда»? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!